января по март этого года в Зауралье появились на свет более 2500 малышей. Улучшению демографической ситуации в регионе, а также укреплению самого института семьи и поддержанию престижа материнства и отцовства способствует реализация государственной программы Курганской области «Дети Зауралья. Заботимся вместе», отметили участники заседания, которое состоялось 20 мая. Поощрение многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших 5 и более детей в виде награждения знаком отличия Курганской области «Материнская слава» 1-3 степени и выплаты единовременно денежного пособия. В 2014 году 32 матерям вручены знаки отличия и единовременно денежное пособие в размере 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Кроме того, 134 зауральским семьям был выплачен региональный материнский капитал в сумме 40 тысяч рублей. В рамках подпрограммы «Лига помощи. Профилактика социального сиротства. Лишения родительских прав» в регионе реализуется более 60 мероприятий. Все подпрограммы являются победителями ежегодного конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который в прошлом году выделил на эти цели более 23 миллионов рублей. Также совершенствуется деятельность участковых служб по раннему выявлению неблагополучных семей в Зауралье, что позволило в 2014 году обследовать более 5500 семей с детьми. Выявлены и поставлены на учет около 1000 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 65% на ранней стадии социального неблагополучия. Всем семьям предоставлен адрес на социальную помощь и социальные услуги. Кроме того, в регионе организованы группы взаимопомощи для семей с детьми по выходу их из трудной жизненной ситуации. Семейные проблемы помогают разрешить психологи, юристы и специалисты по социальной работе. В Зауралье также работают службы сопровождения родителей, не выполняющих надлежащим образом свои обязанности, а также школы эффективного родительства. Для таких семей на базе специальных коррекционных школ-интернатов, комплексных центров социального обслуживания населения действуют и социальные гостиные. Только в прошлом году их посетили около 1000 человек. Итогом совместной работы специалистов системы профилактики стало снижение на треть числа лишений родительских прав и ограничений в правах. Кроме того, в два раза выросло число родителей, которых в правах восстановили. В половину сократилось число семей, которые сняли с учета как социально неблагополучные. Лариса Драгункина, Александр Киселев, Лидия Когородцева. Информационное агентство «Курган.ру».